Искушение шоколадом. Борис Корчевников, у которого давно поплыл бачок, рассказывает, как дети рисуют обертки и заворачивают в них шоколад для отправки бойцам на фронт. А еще про то, как собственными глазами видел, как у солдата, получившего такой шоколад, вырастали крылья. Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Сказать вам это не письмо, но это тоже вот то, как поддерживают сегодня дети в России русского солдата. Они рисуют вот такие вот обертки для шоколадных конфет. Мы вместе. Победа будет за нами. Это детские рисунки за победу. Их много. И потом в каждый такой рисунок заворачивается шоколадка и отправляется на фронт. Я видел, как у русского солдата, когда он открывал такой шоколад, и правда, вот как на этом рисунке, за спиной вырастали крылья. Понравился подкаст? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.